Добро пожаловать в наш областной военкомат. Мы всегда рады новому призыву и ценим ваше желание пополнить ряды наших вооруженных сил. Армейская подготовка помогает в карьерном росте, получении специальностей, помогает укрепить ваше здоровье, закалить дух и характер. Сегодня вы будете проходить военно-врачебную комиссию. Пожалуйста, расслабьтесь и чувствуйте себя комфортно. Мы благодарим вас за вашу службу. Здравствуйте. Добро пожаловать на ваше медицинское свидетельство пригодности сегодня. Обследовать вас буду я. Мы проверим ваш слух, ваше зрение и работу основных функций вашего организма. А после этого вас попросят пройти другие тестирования, но это все после. Итак, для начала давайте я сниму свой головной убор, если вы не против. Повешу на сеть, чтобы нам не мешало. И начнем. Я буду делать небольшие записи в вашей личной анкете, просто для точности. Так, у нас есть ваш рост, вес, возраст. Все данные у нас есть, как я посмотрю. Замечательно. По ходу этого обследования я буду вам ставить небольшие вопросы, если вы не против. Просьба отвечать честно. Хорошо. Ну что, начнем просто с обследования вашей головы. А я подойду к вам немножечко ближе. На таком расстоянии, хорошо? И что сейчас я сделаю, то просто постараюсь обследовать симметрию вашего лица, вашей головы, черепа. Так. Надеюсь, что на протяжении этого обследования вы себя будете чувствовать очень комфортно. Основная задача здесь просто сделать как можно более точное обследование вашего функции, организма вашего, да, и проверить на пригодность вас. Я очень рада, что вы самостоятельно решили участвовать в наших войсках, да? Будем сражаться за любовь, за счастье и мир. Так, текстура у нас хорошая, я не вижу никаких проблем с построением черепа. Сейчас проверим ваш кожу головы. Я проверю за ушками вот здесь сзади, возле шеи, и по контуру вашей головы также. Давайте начнем с самой макушки. Это одна из самых приятных, по моему мнению, моментов. Самый приятный момент в этом обследовании. Поскольку, по-моему, всем приятно, когда у них ковыряются в голове, так сказать. Бесплатный массаж головы.
Сейчас я вам подойду сзади. Сначала с этой стороны. Перейду на эту сторону. Так, теперь после этого ушко на затылке, после шеи Сейчас мы вас проверим чувствительность ваших лимфоузлов. Что я буду делать? Сюда плавно пальчиками буду переходить, прощупывать места, где у вас лимфоузлы проходят. Будем просто проверять на чувствительность, на воспаленность. Проверим на шею, здесь по бокам, по височкам, по щечкам. Хорошо. Так. Мне, пожалуйста, говорите, если вдруг какое-то непонятное ощущение испытываете, да? Здесь нормально? Как вот здесь, если на шее? Давайте наклоним голову так немножко. Нету никакой чувствительности, воспаленности, ничего не чувствуете, да? Аккуратно вот здесь. Ну что, после височка здесь тоже. Сейчас я наклоню вашу голову снова. Если сильнее, тоже все хорошо. Прекрасно. Так, лимфоузлы с вами проверили после ушек, после висков, на шее. Сейчас проверим у вас чувствительность ваших носовых пазух. И я просто слегка пальчиками буду барабанить над бровками у вас. После этого вот так по щечкам здесь. Точно так же вы должны будете мне сказать, что чувствуется. Если... Хорошо здесь, да. Здесь над этой бровкой.
способы пазюриком. Как здесь я нажимаю вот так. Ничего. С этой стороны. Хорошо, да. Попробую с двух сторон теперь. Нет разницы. Прекрасно. Забыла спросить, у вас аллергии у вас есть какие-либо? Перейдем к проверке вашего зрения, глазок. И сперва я проверю разрез ваших прекрасных глаз. Просто смотрите на меня, пожалуйста. Теперь в сторону вот Сейчас проверим, сделаем с вами небольшой тест. Я пальчиками вот так буду шевелить. Будем проверять ваше поле зрения. И я буду шевелить их со сторон. Здесь вперед приближая. И мне должны сказать, как только вы их увидите в поле вашего зрения. Начнем. Сверху. И снизу. Сейчас. Следующее тестирование будет проводиться с небольшим фонариком. И мне придется посветить вам глаз. Сперва прошу вас проследить фонариком. Следите только за фонариком. Просто проверяем реакцию ваших зрачков на свет. Продолжаем смотреть только за фонариком. Со стороны в сторону. Справа, влево. Влево-вправо. Становимся на середине и потихонечку приближаемся к носу. Вот таким образом. Замечательно, спасибо. В следующий я проверю ваши глазки еще ближе. И я буду светить, проводя фонариком со стороны в глаз. После этого с другой стороны, чтобы могла просмотреть дно вашего глаза. Хорошо? При этом, если вы не против, прошу вас смотреть вдаль. Можно на стену вот здесь, можно на мое ухо, но желательно куда-то просто вдаль. Я начну с этого глазика. И приготовлюсь.
Точно так же. Записи. Угу. Можете пока моргать, я знаю, что глазки, наверное, устали от света. Пока что у нас все абсолютно положительно. Вот уже сделала ошибку. Что мы делаем? Мы просто проверяем сужение зрачков, реакцию зрачков и глаза на свет, на яркий свет, на небольшой свет. С разных углов, спокойно, со всех сторон. Следующее. Я буду светить точно так же фонариком, но с помощью увеличительного стекла такого. Я постараюсь смотреть вглубь вашего глаза, хорошо? Так, и сперва мне придется вам посветить прямо в глазик. Сначала один, закроем глаз. Этот светим. И то же самое с этим глазом. С другим. Замечательно. Сейчас я точно так же буду продолжать смотреть глубину вашего глаза. Если вы не против, продолжайте смотреть вдаль. Можете моргать, дышать. Все хорошо. И снова. Так, яркий свет у нас снова начинается. Здесь я просто другой глаз то же самое. Продолжаем смотреть вдаль. Продолжаем моргать. Все хорошо. Я как уже пыталась объяснить, что здесь мы просто смотрим глубину глаза. Проверяем роговицу. Все сосуды. Так, с глазками мы закончили. Ставили мошнушки. Первоначально я проверю чувствительность
вашего челюстного сустава, да? Потому что у нас все в районе ушей, все связано у нас. Хорошо, я сейчас сюда вас поверну, чтобы я могла посмотреть на уши. Чувствительность здесь есть какая-то повышенная, нет, на... Когда жуете, у вас боли какие-то возникают в челюсти, нет? Пожуйте. Угу, хорошо. Сейчас я проверю ушки ваши слегка тоже. Небольшое приспособление, такой инструмент. Буду использовать тоже на кончике с фонариком. Я буду сидеть вот так вам в ушки и проверять чистоту. Да? И просто расслабляйтесь. Обещаю, не будет больно совсем. Хорошо. Может даже быть приятно. Так, начнем с этого ушка. Сейчас проверим ваше другое ушко. Хорошо? Точно так же. Просто аккуратно. И теперь это ухо проверяем снова. Частоту ушного канала. Для атрибути у нас нет совершенно. Положу вот это приспособление здесь пока что. Оно не совсем. Сейчас я вам еще раз посвящу. Пожалуйста, если могли бы, знаете, так выпустить воздух через уши, вот так. Знаете, когда уши закладываете, так иногда делаете.
Теперь то же самое с этим ушком. Замечательно. Видите, как забываю некоторые дела в тестировании. Сейчас проверим просто ваш слух. Вот так пальчиками потру возле ваших ушек. По очереди. Вы мне должны сказать, в каком ушке слышите. Хорошо? Готовы? Угу. Угу. Теперь. Давайте еще пару раз. Угу. Прекрасно. Сейчас я сделаю небольшое тестирование, называется шепот. Подойду к вам сзади и по очереди пошепчу вам ушко в каждое. Да? Вы мне должны будете сказать, в каком ухе вы меня слышите. Так. Начнем. Кумушки, вы меня сейчас слышите? Хорошо. И еще раз. Проверили. Сейчас быстренько проверим ваш носик. Я слегка вас наклоню. Угу. Голову вот так запрокину слегка, да? И посвящу вам нос. 5 инструментов, да? Так. Ничего страшного. Просто стандартная процедура, да? Просто стараемся. Состоянии, чтобы, не дай бог, вам его не подорвать. Мы не хотим так совсем. Носик здоровый, все хорошо. Сейчас мы проверим ваш рот. Пойдем угу. Ваши перчаточки. Сначала давайте откроем широко-широко рот. А, так. Сейчас я посвящу фонариком. Открываем. Сейчас я лично сама проверю ваши зубки, да, просто посмотрим ваши десны, язык, гланды немножечко проверим тоже, да, поэтому держите ротик широко открыт на секунду. Губы тоже в хорошем состоянии, молодец. Не кусаешь.
Вытяни язык, пожалуйста. Так. И сейчас посветим на гланды наши, да? Различные опухоли, знаешь, воспаления какие-то. Что? Так. Пока что все выглядит очень здоровым, в хорошем состоянии. Смотри, не засыпай. Не засыпай еще. Зубки. Красавица. Красивые зубки, очень хорошие. Так, ну и последнее, мы сейчас проверим наше дыхание и пульс. Так. Я чуть-чуть пытаюсь согреть, чтобы не сильно шокировать тело, да? То они бывают такие холодные. Замечательно. Ну что? Давайте. Глубокий вдох с открытым ртом. Теперь закрытым ртом. Все, сделаем то же самое сзади, да? Дышим глубоко. Равномерно. Легкие поднимаются. Чувствуйте себя спокойно, расслабленно. Ну, последнее, сейчас мы проверим пульс. Давайте ручку. У нас 65. Плюс. Расслабленное состояние. Все прекрасно. Ну что, вперед. Свидетельство медицинского прошли успешно. И вы пригодны. Теперь давайте бороться за мир, счастье, справедливость.